45 лет исполнилось оздоровительному лагерю «Восток-2». Максим Корж с праздничного события. Детский лагерь – это каждодневный праздник. Ну а если у лагеря еще и юбилей, то тут уж веселье бьет ключом. Вот на таком замечательном, веселом празднике мы предлагаем вам побывать вместе с нами. Ура! Ура! Детскому оздоровительному лагерю «Восток-2» в деревне Поливаново 45. Дата не совсем круглая, но если очень хочется праздника, почему бы и ее не посчитать юбилейной? На настоящий момент «Восток-2», принадлежащий Московской больнице имени Алексеева, это единственный лагерь Комитета здравоохранения, где отдыхают дети медицинских работников. Сюда же, кстати, уже не первый год ездят и наши дубровицкие ребятишки из хореографического ансамбля «Радужный». Я благодарю начальника, прежде всего, этого оздоровительного лагеря, который к нам прониклась не только любовью и уважением, но, мне кажется, и вообще нас теперь будет связывать долгая творческая и педагогическая дружба. Сегодня здесь с утра яркая бурная жизнь. Игры, конкурсы, народные потехи. Юные участники в восторге. Ой, а это у нас кто такая? Это Лиза! Лиза, а что ты такая сегодня красивая? А я в муке играла. Ну и как тебе здесь нравится? Да, нравится. А что тебе больше всего нравится, в муке валяться? На этот же вопрос, что больше всего нравится в лагере, многие ребята отвечали «все». На самом деле проблемы у «Востока», конечно, есть. С надеждой говорит директор лагеря о строительстве новых помещений для детей. Единственное, что я могу сказать... пожелать своему собственному лагерю, это, конечно, построиться. Хочется верить, что эта проблема в дальнейшем решится. Но и сейчас у ребят есть все, что необходимо для здорового отдыха. Спортивное сооружение, бассейн, чистые уютные корпуса, стены которых оформлены самими детьми. Ведь в лагере работает 6 кружков прикладного искусства. В честь юбилея состоялся торжественный концерт, на котором выступили главврач больницы имени Алексеева Козырев, глава администрации Дубровицкого сельского округа Ганченко и другие. Вручались подарки. А затем грянул пионерский хит всех времен «Взвейтесь кострами, синие ночи». Внезапно хлынувший ливень с градом помешал ходу концерта, но не смог испортить настроение собравшимся. Дождь быстро кончился, и веселье продолжилось. Светлого неба и радостных дней тебе, Восток-2.